В одном лесу поселился страшный, злой, зубастый, нет, не волк, вирус. Страшный еще, потому что невидимый. А в лесу на полянке стояли домики трех поросят. Соломенный Неф-Нифа, деревянный Наф-Нафа и каменный Нуф-Нуфа. Когда поросята узнали про злой вирус, они попрятались в своих домиках. Неф-Ниф в соломенном, Наф-Наф спрятался в деревянном. И только Нуф-Нуф решил не сидеть дома, не ждать, когда вирус исчезнет, а пошел развлечься на улицу. Нуф-Нуф решил сходить в развлекательный центр, посмотреть кино, а заодно поесть мороженое. И вот, палатка с мороженым, а за палаткой какой-то странный продавец. Он был весь бледный, явно какой-то больной. Нуф-Нуф заказал себе огромную порцию сладостей. Но поросенок даже не помыл руки перед едой. Зачем мне это делать? Я же поросенок. Сладости были совсем обычные. Даже через линзу не было видно ничего странного. А если посмотреть на сладости через микроскоп, там же внутри злой вирус. Этот вирус незамеченный прятался в магазине и напал на поросенка. Вечером, как ни в чем не бывало, поросенок пришел домой. Но вирус тоже пришел вместе с ним и начал его мучить. Ой, как болит голова, как будто меня кто-то кусает. И Дос перестал дышать, как будто кто-то его зажал. К вечеру поросенок совсем слег. Вирус его замучил. Ой-ой-ой-ой-ой. О, привет, ребята! Вы знаете, что поросенку утром стало так плохо, что пришлось вызывать скорую помощь. Доктор его послушал. Ой, как же мне плохо. Сделал ему укол. Вирус оказался сложный. Поросенка пришлось везти в больницу. Ой, зачем же я не мыл руки и ездил в кинотеатр во время карантина? А еще, чтобы не заразиться, нужно надевать маску в общественных местах. Мыть продукты и руки, в которых часто прячутся злые вирусы и микробы.